Друзья, всем привет! Очередное вещание ВКонтакте. Live VK, да? Вот. Вроде ничего получается. Вчера я опубликовал первое видео из ВКонтакте на YouTube. В общем, короче говоря, наверное, я в большей части перейду на платформу на эту для постоянных вот таких вот частых лайв трансляций. Может быть, оставлю что-то в Инстаграме. Ну, когда-то, может, что-то буду делать на Фейсбуке. Но вот мне нравится ВКонтакте, понравилось. Легко настраивается, все классно подключается. Аудитория собирается быстро, если заинтересовывается. Все нормально. Всем привет, друзья. Вот. Как вы считаете, актуально ли, и есть ли вообще зачем заниматься в современном мире боевыми искусствами? Почему такой вопрос? Потому что тут недавно прислал мне человек один письмо, который, значит, говорит, пишет буквально там следующее. То есть современный мир устроен так, что боевые искусства полностью пришли в упадок, и, значит, актуальности в них абсолютно никакой нет. Они, наоборот, только представляют, значит, угрозу для того человека, который ими занимается. И тому доказательствами это последние всякие там разного рода события, когда люди в целях самообороны, применяющие приемы боевых искусств, в итоге попадают в тюрьму и так далее. На Западе, во многих странах, владение боевыми искусствами приравнивается к владению, скажем так, оружием. И является отягощающим обстоятельством. Ну, у нас в России тоже уже является теперь, если вы его применяете и превышаете свою самооборону. А что же получается? То есть, если получается, на меня напал хулиган, предположим, без оружия, а я мастер спорта, боевых искусств, защищаюсь, в итоге ломаю ему челюсть, или наношу какие-то тяжкие, даже это телесные повреждения, ударил один раз и порвал ему печень, условно говоря. Или сломал основание черепа, он человек, дай ты бог, остался жив. В итоге получается, что если бы это подрались бы два за булдыги, то дело кончилось одной бы ситуацией. Но учитывая тот факт, что я, мастер боевых искусств, а этот человек нет, получается, что я превысил оборону свою. В противном случае я бы его бы даже не превысил бы, наверное, да? То есть я бы защищался, но нанес ему тяжкие телесные. Учитывая то, что мы оба лоха на боевых искусствах, все нормально. Но если я мастер боевых искусств, то я, получается, точно превысил оборону свою. В итоге получается проблема. И в связи с этим возникает такой вопрос. А не проще ли действительно заиметь в кармане совершенно разрешенное, оружие? Это травматический пистолет, например, который специально разрешен государством для того, чтобы нанести в случае обороны другому человеку повреждение. Травму называется травматически, то есть он предназначен для того, чтобы совершенно на законных основаниях нанести человеку травму. Если вы его примените правильно, то есть вы не выстрелите человеку в голову, это не повлечет его смерть, а вы выстрелите четко по зоне, куда положено, то вроде все нормально будет, да? И у вас не будет никаких проблем. Или если они будут, то они будут минимальны, потому что вы использовали разрешенное средство, что не отягощает ни вашу карму, ни вас перед законом не выставляет каким-то тираном и все такое прочее. То есть вы все сделали правильно. Вот такая ситуация. А боевые искусства идут, говорит. Второе, по поводу боевых искусств.
учитывая то, что огромное количество доступного сейчас существует оружия подручного, и травматического, и газового, и различные баллоны, электрошокеры, с ножами люди ходят, потому что сняли разрешение на ношение, значит, оружия холодного, и, значит, запретили только сбыт открытый его там, да, вот так вот, то есть, а носить оружие холодный человек может, не нужно уже быть там членом охотобщества и регистрировать какой-то, ну, номерной нож, хотя и раньше, скажем так, обходили это, значит, покупали. Же номером, вот, то есть у людей сейчас травматический пистолет в кармане, кто-то носит нож, люди носят различного рода кастеты, тактические стейки и так далее, понимаете? Вот сейчас, кстати, вот Илья вопрос, нет, вернее, это не вопрос написал, а утверждение какое-то, мне очень нравится, когда у нас получается живой диалог, сейчас я до этого дойду, вот, то получается, что они лучше ли заняться изучением, пусть даже какого-то боевого, значит, искусства, но лучше прикладного навыка для того, чтобы овладеть вот этими видами там оружия, тактической стрельбой, там овладеть ножевым бою, нафига драться голыми руками и все такое прочее. Нужно ли это, имеет ли это какой-то смысл вообще? Это же в кино только человек с голыми руками может там это раскидать кучу народу вооруженных с бейсбольными битами, ножами и так далее, а потом, отняв у какого-то преступника пистолет, разоружив его, тут же выбросить его, только вынув обойму, и дальше двигаться по дому полному преступников вооруженных УЗИ пистолетами спокойно совершенно. Так, такая дорожная ситуация, трудно, что-то авария за аварией, вот проехал на 300 метров, вторая авария. Святая моя, что-то какой-то нехороший, да, сегодня день. Так, ладно, вот, и дальше продолжать двигаться, там расправляясь с ними голыми руками, какой хороший мастер. В жизни же все не так, мы знаем массу там историй, когда прекрасные боксеры были зарезаны в уличных схватках, бойцы, борцы и так далее, блин. Пропало сообщение, не успел ответить. А, не-не, сейчас оно, наверное, появится, просто разрыв, наверное, связи произошел. Сейчас, наверное, восстановится все. Так. Ну и где? А где сообщение? Илья... Пропало, значит, надо быстрее, что ли, соображать мне было. Хотел ответить на сообщение, которое пришло в процессе. А во, все, вот оно появилось. Замечательно. Вот, и все мы знаем, что такие ситуации были, и чего. Вот Илья пишет. После применения травматического пистолета проблема с законодательством не меньше, чем после кулаков. Я же говорю про ситуацию, когда вы после выстрела травматического с пистолета не причинили человеку, ну, то, скажем так, ущерб очень самый тяжкий. То есть не сделали его, ну, инвалидом. Если вы, предположим, это самое, стрельнули ему в ногу, в живое, с правильного расстояния, я имею сам лично, не сам лично, но опыт стрельбы по людям, а если бы, скажем так, имел бы, я, по-моему, об этом бы не рассказал бы, правильно, да? Вот. Если вы его не застрелили, человек, то на самом деле проблем возникает гораздо меньше. То есть адвокат сам неграмотный, четко ставит именно на вид вот эти вещи, про которые говорю, что было применено разрешенное средство к обороне, и все нормально, которое специально предназначено для того, чтобы защищать дом от хулиганов, вооруженных или невооруженных, это не важно. То есть все, вы применяете то средство, которое вам дало государство, дало разрешение на него, все нормально, можете применять. Если вы должны применить его так, чтобы человек остался жив и не стал своим калекой. Если вы, конечно, его это покалечили, это страшно, то тут уже будет разбираться как особый случай, правильно ли вы его применили там оружие или неправильно и так далее. Если же вы человека покалечили кулаками, и он не является мастером боевых искусств, а вы являетесь, все,
это как бздец вам все. Это 100%. Здесь никак адвокат помочь не сможет. Это все равно, что вы, предположим, достанете, ну, из кармана кастет и человека побьете. И никто не докажет, что вы это защищались. Почему? Потому что у вас в кармане было неразрешенное средство для ведения боя и предназначенное специально, чтобы травмировать людей. Неразрешенное средство. И поэтому будьте вы лохом или мастером, или чем там, или кем угодно, даже если у этого человека будет нож, а вы его побили кастетом, то вы пострадаете конкретно, потому что вы применили незаконное средство. И вот и, то есть, да, для того, чтобы калечить людей. Если вы являетесь мастером боевых искусств, то это тоже, если вы побили человека голыми руками, а он не мастер, будет являться отягощающим обстоятельством. 100%. Как опьянение, ну, алкогольное, оно является отягощающим обстоятельством, что бы то ни было, какие бы смягчающие бы ни были. Здесь то же самое. Если применили знание приемов, и человека покалечили голыми руками, травмы будут 100%. Это гарантированно. Я не из пальца высасываю все. У меня есть опыт, когда со мной консультировались адвокаты. То есть специально приглашали меня, чтобы для защиты самих клиентов своих лучше подготовиться и, значит, получить самую консультацию по поводу, как у человека была травма получена, мог ли он подобным способом там травму получить от кулака, или его били чем-то тяжелее и так далее. То есть и я тогда поконсультировался сам с рядом адвокатов, тоже говорил, и выспрашивал по поводу того, а что если вот так, а что если вот у меня будет кастет, а что если у меня будет евара, если тактический стек. Мне тогда много рассказали всяких интересных сам вещей, что с собой можно носить, что нельзя, что можно применять, что нельзя, что при применении будет как отягощающе рассматриваться на обстоятельства, что не будет. Так что вот то, что я говорю, я за что говорю, то знаю. Вот. И вот поэтому, собственно говоря, нафига получается это кулаки? Защищаться вы ими не можете толком, да? Без того, чтобы, если не повредить человека, не сесть. А не особо контролируемо. Дали по башке человеку кулаком, а он бац и загнулся. Ну вот что делать-то? Ну и вот такая ситуация. У меня в жизни тоже была в молодости ситуация, когда я, значит, ударил человека, он мне прошел в ноги, я ударил его по затылку кулаком и сломал основание черепа. И хорошо, он остался жив и цел, просто он потом на косоглазый был, наверное, полгода, а может даже больше. То есть у него это глаз на глаз, я глядел. А в больнице он пролежал полтора месяца. Вот такая ситуация. В милицию я тогда не попал, потому что это была уличная драка, мне удалось убежать, скажем так. Вот. Ну, мало ли в жизни был драк вообще, когда район на район ходили, мало там кому что ломали, всяко бывало. Вот. А вот случись сейчас такая ситуация, и все, собственно говоря, присядешь только так. Особенно, когда тебя уже знают и запомнят, и поймут, кто это такой был. Да? Вот такая вот как бы тема. И вот надо ли заниматься боевыми искусствами тогда? Да что не нужно? Для спорта? Ну, да, кто спортом занимается. Для здоровья? Сомнительный вопрос для многих людей. Некоторые считают, что в боевых искусствах можно здоровье только потерять. Приобрести массу травм, все такое прочее. Вот я хочу сказать, что это глубокое заблуждение. Если заниматься правильно, хорошо, и иметь правильный методический подход, то аутотравматизма можно, значит, избежать полностью. То есть того травму, которую вы причиняете себе сами. Различные растяжения, разрывы, там что-то еще остаются. Остаются только травмы, связанные с тем, что вам их может причинить сам противник. Но они не больше, чем в других видах спорта. Скажу вам по опыту по своему, что я за свою жизнь больше получил травм при игре в футбол, чем занимаюсь искусствами боевыми. Хотя боевыми искусствами я занимаюсь каждый день, а в футбол играл я за всю жизнь, тоже много, конечно, безусловно, это в детстве там особенно, но не каждый день. И травм получил намного больше. И переломы лодыжек, и вывихи, и чего только не было. Это просто была задница какая-то. Вот. Футбол более травматичный вид спорта. Я уж не говорю про там экстремальные, различные прочие виды спорта. То есть, понимаете, вот такая ситуация. Так это выглядит. Поэтому избежать самого травматизма и аутотравматизма, в принципе, это можно. Аутотравматизма тут точно. С вероятностью до 99%. Поэтому в этом плане для здоровья, да,
Сам, особенно вот ММА, самый разносторонний вид искусства боевого, да, где работают все группы мышц, задействованы все суставы, то есть человек ведет активность саму физическую, максимальную, какую только можно. Ни один другой вид спорта не дает такого многогранного саморазвития и многогранной самоработы над всеми структурами. Потому что теннисист, там, ноги, руки, там, да, условно, ну, и то в определенных только позициях и положениях. Какие другие виды спорта, бег, там, ноги, да, вот, и что-то там еще тоже там, ну, специфика диктует то, что работает что-то конкретное и лишь одно. В ММА работает все, потому что присутствует и борьба, и ударка. Огромное количество этой преподготовки уделяется функциональному тренингу, то есть там и кроссфит, и бег, и различные интервальные тренировки и так далее. То есть там работает все. Поэтому в этом плане, да, за здоровьем туда можно прийти, безусловно. В плане самообороны. А вот здесь, ребят, самый интересный момент. Да, эффективно, чрезвычайно, скажем так, эффективно, значит, оборона, сама оборона, когда вы мастер боевых искусств. Да это однозначно. Ну, скажем так, она гораздо эффективнее, чем если вы не владеете такими навыками. Конечно, если вы уже достали нож или пистолет, изготовились, и ваш противник тоже, то да. Но если у вас есть способ превентивный предотвращения там атаки, когда вы видите, что трое человек стоят, они явно вас сейчас будут накучивать, и вы можете начать первым, а они еще ничего не достали. У вас есть все преимущества разобраться с ними в первые 2-3 секунды. То же самое и в драке реальной. Дает преимущество. Вопрос в том, что там можно получить какие-то последствия после этого. Безусловно. Как всегда можно получить. Вот Илья пишет тоже, при применении там пистолета, разрешенного средства, можно получить проблему тоже. Можно. В любом случае можно. Вопрос в том, какие проблемы вы получите. Проблемы, связанные... Факт, что это действительно... Ну, проблемы серьезные будут вообще какие-то, как адвокат сработает. А другой вопрос, что вас убьют на улице. Или покалечат вашу семью. Вас, опять же, там, ребенка вашего. Там, лишат вас имущества какого-нибудь, самое-таки ценного. И так далее, и тому подобное. Чести, в конце концов, лишат. Понимаешь, есть такие ситуации, когда честь дороже жизни может быть. И это решение какого-то конфликта окажется не неизбежным. Есть такие ситуации, когда нельзя конфликт предотвратить. Есть, бывают, сколько бы ни говорили, там всегда можно найти компромиссное решение, там нельзя иногда, невозможно. Бывают такие ситуации, когда, не потеряв честь, лица, жизни, имущества, невозможно решить. Если человек хочет с вами драться, вы никак отказать ему не сможете в этом. Ну никак. Что бы вы ни хотели бы сделать, да? И не всегда у вас будет время, чтобы достать свой тактический стек или что-то еще, или пистолет. Надо будет действовать мгновенно, решительно, прямо конкретно. Зашли бы это в подъезд, напали, или вам разбили стекло в машине и вытаскивают из машины вас. А у вас в бардачке пистолет. Да не будет времени у вас. Вам надо будет действовать прямо непосредственно и прямо вот в ту долю секунды, когда все происходит. И здесь, конечно, навыки ведения боя без оружия решают просто капитально. А уж я не говорю про то, насколько ценно заниматься боевыми искусствами для мужчины, для развития мужской харизмы и развития характера. Люди, занимающиеся боевыми искусствами, уж извините меня за нетолерантность какую-то там, да, к чему-то, но педиками никогда не становятся, за редкими исключениями, которые лишь подтверждают свои правила. Они брутальные мужики, все гетеросексуальные, и занимаются они нормальным, как говорится, делом. Они развивают себе мужскую харизму, они пример для своих детей. Они гордость своих жен и женщин. Так, вот Илья пишет опять. Михаил, такой вопрос. Как в случае возникновения описанной тобой ситуации, я уже не помню, какую конкретно я писал ситуацию, прием мастера доказать, что это мастерство? Да, именно так это доказывается. Доказывается именно тем, то есть ситуацией, что вы долго занимаетесь боевыми искусствами, это можно подтвердить, вы являетесь саморазрядником, у вас есть какие-то дипломы, есть какие-то вещи, это могут подтвердить.
Вот таким образом. То есть не является там мастерством подтверждение, что вы там одним ударом нокаутировали человека. Может, он просто чайник и вообще там отслаб на передок и на башку и на все остальное. Вы ударили его, и он умер. Здесь ничего не подтвердит то, что вы были мастером боевых искусств. Мастером является именно мастерство подтверждается документально, прежде всего, да? Документально. Ну, еще оно может быть подтверждено со свидетельскими показаниями. Например, когда вы на протяжении долгих лет ходите заниматься в какой-то клуб, у вас нету ни разрядов, ни поясов, ничего, но могут подтвердить сами люди, что вот он 20 лет ходит и колотит мешки в спортивном зале. То есть он там занимается боевыми искусствами, занимается карате там или чем-то, соответственно, владеет какими-то навыками боевых искусств. Это будет очищающим обстоятельством. Но гораздо больше, и даже доказывать ничего не надо, когда у вас есть все эти дипломы, сертификаты, медали, выступления на соревнованиях, победы на них, или даже просто выступления на соревнованиях документально подтвержденные, диплом участника, условно говоря. Все, вы попали, что называется. То есть тут важно не то, что это, ну, мастерство. Я когда говорю, что мастер боевых искусств, я говорю, что человек, занимающийся боевыми искусствами, понимаете? Это все равно, как за рубежом приравнено в некоторых самих странах владение СМС-ки собакой, ну, бойцовской породы, с владением оружием. Все, наличие такой собаки достаточно, что у вас есть оружие, условно говоря. Если вы даже ее не дрессировали, собаку, на то, чтобы она кусала людей, выступала в бойцовской яме и вообще не тренировали ее, ну, кинолога, чтобы она защищала дом и все такое прочее, просто бойцовская порода собак, все. Если она человека покусала, это будет расценено, как вы против человека применили, скажем так, оружие, все. И неважно, овладеет ли собака мастерством или не владеет мастерством, кусать людей, специально обученную. Все, вы применили свою собаку против человека. Она является как оружием. Вот и здесь то же самое. Если документально подтверждено, что вы занимаетесь спортивной секцией, еще у вас есть какие-то достижения, пусть даже вы не выигрывали на соревнованиях, а просто в них участвовали, все. Наличие такого диплома, пояса и всего такого прочего, да даже если у вас просто кимоно дома найдут, но это я уже шучу, конечно, все является сам доказательством того, что вы претендуете на то, чтобы применить в драке специально изучаемые вами приемы боевых искусств. А у того лопуха, которого вы наклячили, у него этого ничего нет. То есть он был обычный чмошник с улицы. Ну и что, что он первый напал на вас? Он же вообще не предполагал, что вы сами человек оружия, да? Вот такая вот штука. Здорово! О, боевой. Так, а что боевой? Непонятно, что боевой. В общем, вот такая ситуация получается. И что же делать, да? Как быть, что делать? Спросите у Чернышевского, да? Заниматься ли боевыми искусствами или нет? Ребят, вот важно понимать, зачем. Да за всем, я выскажу свое мнение, но мое мнение безусловно предвзято. Я занимаюсь боевыми искусствами 30 с лишним лет. И, конечно, там кто-то скажет, но, конечно, он будет говорить за боевые искусства. Даже если это все не так, для него они как чемоданы, без ручки даже, если бы были. И нести неудобно, но бросить-то жалко, куда денешь столько лет там тренировок, опыта, тем более, что человек в сфере боевых искусств еще делает сам бизнес. Конечно, он будет говорить «за». Ребят, ну да, предвзято мое мнение, конечно, я буду говорить «за». Но я стараюсь все равно смотреть объективно. Я написал несколько критериев, по каким, в принципе, боевыми искусствами заниматься полезно стоит. Здоровье, да, при грамотном подходе 100%. Для развития харизмы 100%. Уверенность 100%. В свое время спросили Чака Норриса: вот вы такой супер-пупер мастер боевых искусств, прямо супер-пупер мастер, там, да, это его, ну, биограф, когда он на книгу My Story писал. Вы применяли когда-нибудь по жизни свои приемы боевых искусств? Он говорит, нет. Он говорит, никогда не довелось. Ну как же, вам, наверное, не хотелось же там, ну, понять, супер ли вы мастер там в реальной драке и все. Он говорит, ну, в принципе, говорит, никогда не хотелось, говорит, там реально приключение на свою-то задницу.
А если доведется? Он говорит, ну что ж, то хорошо, я реально проверю, чего я стою. А если не доведется никогда? Он сказал, это будет самый лучший вариант развития событий. Ну, это мудрый человек, Чак Норрис. Понимаете? Но именно человек, который занимается боевыми искусствами, он излучает вокруг себя харизму, уверенности в себе. И в том, что он в определенной ситуации будет уверенно действовать. И у таких людей, если они не ищут только конфликты на свою задницу сами, не программируют себя на то, чтобы заиметь такой конфликт, у них никогда не возникает обычно в жизни проблем. Ну, просто не возникает. То есть на них никто не нападает. Понимаете, на них даже собаки меньше лают. Ну, это я шучу, конечно. Тут отдельная как бы тема совсем. Вот. Вот такая фишка. То есть нет проблем. Вот у Чака Норриса поэтому не было проблем. Я скажу тоже больше, чтобы не сглазить, да, только. На протяжении долгих лет сталкиваюсь. Ну, вот. Идешь мимо хулиганов, они бац, замолкают, вот так пошепчут что-то в спину там, и что-то, но не задирают, а другой прохожий пойдет, обязательно задерут. Понимаете? Если обязательно пристанут или еще что-нибудь, либо там отпустят какие-то шутки или еще что-то. Так нет. В интернете, да, там лохи тявкают некоторые, там на форумах, типа Валитуды там или на каких-то еще. Ну, что так, интернет-бойцы. Нет, есть среди них и нормальные. Но когда дело до встречи доходит, начинается нормальная какая-то переписка, контакт, и оказывается, приходим к такому пониманию, что а зря там друг на друга тявкали. Вот и все. Просто это какая-то такая система выяснения там отношений на говнофорумах. Вот там это бывает такая ситуация. Вот. Хотя везде прилично встречаются люди. Так вот. Для защиты семьи, чести, достоинства, себя, да однозначно годится. Понимаете, когда наступит такая ситуация, что все средства хороши будут, все, для того, чтобы защитить свою жизнь, что-то, там не будешь глядеть на то, а сядешь ли ты после этого или нет. Будет автомат под рукой, застрелишь из автомата, хотя потом сядешь на пожизненную, если будет грозить там опасность твоим детям и жене. Ну и кулаки точно так же будешь самоприменять, только вот автомата под рукой нет, а кулаки всегда под рукой. Всегда. И это всегда дает какой-то шанс. А может быть, очень даже большой. Поэтому однозначно стоит, ребят. Вот Илья опять пишет. Вопрос. Конечно, с одной стороны, идиотский. Это я почему зачитываю? Потому что на YouTube, когда выложу, там же не будет комментариев. Вопрос идиотский. А с другой стороны, нет. Как быть, если ты, наоборот, наклячил мастера спорта? Хороший вопрос. Сейчас я дальше прочитаю. Сейчас вот остановлюсь. Так. Наклячил мастера спорта по боксу. Документально везде подтвержденного. При этом сам не имеешь никаких разрядов. Ну и что, замечательно? Замечательно. Тут даже может оказаться такая ситуация, что будет обвинен он. Если у вас будут какие-то травмы, то вы можете запросто подать встречный иск по поводу того, что на вас напал мастер спорта по боксу, и вам только чудом звезды встали так, удалось отбиться ловко. Вот и все. Нет, конечно, если вы его убьете или нанесете несовместимые жизнью, или какие-то тяжкие телесные, что он получит инвалидность, то тут рассматриваться ситуация будет иначе, но здесь есть шанс, что все-таки вам вменят то, что вы оборону-то не превысили свою, потому что вы вынуждены были отбиваться, человек обладал всякими навыками и всем прочим, а доказать, что вы лучший мастер, если у вас нету ни дипломов, ни сертификатов, ни медалей, ни удостоверений, никто не сможет. В принципе. Вот. Он как бы лучший сыщик с дипломом и лучший сыщик без диплома. Вот он лучший сыщик с дипломом, а вы без диплома оказались лучше. Но у нас верят документам, да, бумажка должна быть. Вот у него документально подтвержденная, да. А у вас документ. Если бы он вас наклячил, превысил бы он, а вы свою не превысили, потому что он по умолчанию считается, по документам, вернее, считается лучше, чем вы. Но я говорю, что рассматриваться все равно будет все в зависимости от того, как это дело поведет адвокат. Как в том анекдоте может оказаться ситуация. Когда, судья вызывает к себе адвоката и говорит: «Блин, ты что делаешь? Уже присяжные пошли выносить вердикт. Ты вот
как мне быть, говорит, они сейчас его признают, сам говорит, виновным. Понимаешь, у него было 100% там оправдательный сам приговор, но с первых минут, говорит, вы так повели, то он может так это повести дело, что дело кончится плохо. Но если так от хорошее дело поведет, сам говорит, правильно, вот, и судья тоже непродажный, и так далее, то все нормально. Но шанс должен быть на это. Надо все-таки использовать все возможности, которые только есть. Вот. И с точки зрения закона вы будете реально более чисты, чем ваш оппонент. Вот. Поэтому, если вы побили человека, который по документам там супер-пупер мастер, ну, честь вам и хвала, собственно говоря. А еще очень важный момент, ребят, мы его совершенно не затронули вообще, это не попадаться, да? Вот понимаете, опять же, когда вы применяете, скажем так, оружие, то не попасться на применении, там, огнестрела, например, того же самого, ну, травматического, в принципе, сложнее бывает часто, потому что, во-первых, это очень шумно, вот, во-вторых, возникает ситуация, когда выяснять начать самим можно, кто его носит, кто не носит, кто мог. Если это рядом с жильем было, начнут это поднимать документы у кого в данной местности есть подобный тип оружия, когда мог быть применен подобный боеприпас и так далее и тому подобное. И могут это найти. Могут свидетельские показания, что человек ходит с оружием. И все. Вот. Нож, да, другая как бы тема, но все равно, понимаете, всегда есть орудие преступления. Если орудие будет найдено, доказано, что это оно и есть, то тут не отвертишься никуда, ничего никак. При применении кулаков, даже если у вас на руках будут ссадины, прям конкретные, вот. Если только не найдут под ногтями, там у вас остатки его там, это кожи, не знаю, там еще что-то там, крови, там вы всегда сказать можете, что у меня другая причина, по какой я получил травму. Шел, упал и все. Это вообще недоказуемо, да? А если у вас руки крепкие, да вы еще в перчатках были, да и все. Вообще ничего не найдут. Ну, то есть, не доказать. Опять же, это применение, скажем так, кулака, а мгновенно и бесшумно. Ничего не блеснет, не сверкнет. В дыхалку сомкнули кулаком или локтем дали по зубам. И на этом все закончилось. Сидел, сидел, орал, там рядом шумный человек. Ну, за грудки взял вас. Вы просто подняли в сагитальной плоскости локоть. Тух! Четко в челюсть ему. И на этом все закончилось. Не надо лезть ни за пистолетом, ни за ножом, ни зачем. Если вы не владеете подобными навыками, вы не занимаетесь, вы этого никогда не сделаете. Понимаете? А тут еще кто быстрее? Вот он полез, предположим, за пистолетом. Я вижу, что расстегивает кобуру. У меня времени действовать совсем нет. Я не могу полезть там и там начать доставать там нож или все такое прочее. Я вам скажу даже больше того. Если вам человек сам и применять будет против вас там травматический пистолет с целью напасть на вас, а вы защищаться будете с помощью ножа, то вы сядете, если вы его это повредите. А если он попадет по вам, то он не, ну, тоже присядет, но намного меньше срок. Ну и чего ты выехал сюда? Давай сдавай назад. Так. Ну, вот такая ситуация. Ну, в общем, короче, ребят, вы меня поняли. Я считаю, что боевыми искусствами заниматься стоит и нужно. Они могут помочь как в реальной жизни, так и полезны для здоровья, для саморазвития, для вообще для всего. И поэтому такие вот аргументы по поводу там лучше нету карате, чем в кармане 2 ТТ, я не признаю. Я вообще считаю, что вы, конечно, можете, ну, то владеть различными видами там оружия. Я вот, например, да, практикую стрельбу тактическую. Да? Почему бы и нет? Стенд стреляю хорошо с ружья, да, по тарелкам. Почему бы и нет? Но это никак не мешает мне заниматься боевыми искусствами. Это мое мнение личное. И не буду говорить, что это мнение лично мое и не есть обязательно правильное. Я считаю, что это мнение мое личное, но оно правильное. Вот так вот.
Блин, вот наставили. Ну как вот так вот ставят машины, а? Просыты. Сейчас вот и не поставлюсь. В три ряда ведь ставят машины уже. Начинают. Ну, безобразие какое. В три ряда. Сейчас я на его место попробую задом заехать. Ну чего, я готов еще ответить на один какой-то вопрос. Разобрать какую-то ситуацию, пока вот я паркуюсь и буду ставить машину на паркинг. Ну вообще, по сути, я сказал, в общем-то, все, что хотел. Считаю, что я донес свою точку зрения. А вообще, конечно, я не костный человек. Я считаю, что надо, скажем так, осваивать разные методы и навыки и так далее и тому подобное. В свое время я прочитал свою книгу прекрасную, которая называется «Волшебный кнут». Я, по-моему, в каком-то подкасте говорил уже это про нее. В чем там фабула? Фабула в том, что был великий мастер боевых искусств в Китае, который владел боем косой. Ну, коса, которая на голове. Там вплетался в нее специальный этот кастет с лезвиями. Он мог там удары наносить им, все такое прочее. Был супермастер, мог даже там отбивать шарики от, из, там, от самострела пущенные. И стрелы отбивать, и во время боя мог нанести там удар, ну, смертельный. И все. Неподражаемый мастер был, просто это капец. Всех выигрывал, всех-то побеждал. Вот. Но когда то ли португальцы, то ли я уже забыл, там, где, кто привнесли в Китай там оружие, вот, огнестрельное, ему отстрелили косу во время одного из эпизодов, ну, то есть из ружья. И в итоге у него она уже не выросла такая, все, ничего не получилось. К тому же он еще пережил очень сильную психологическую травму, потому что лишился главного там оружия своего. И закончилось тем, что он понял, что типа там огнестрельное там оружие, за ним типа будущее, 5-10, и он стал великим мастером стрельбы из огнестрельного оружия. Как это? Графа Монте-Кристо, ну, для меня не вышло, пришлось переквалифицироваться в управдомы, да, как Остап Бендер говорил. Вот он переквалифицировался в мастера стрельбы. Типа не надо костным быть и там застревать в прошлых веках, надо идти в ногу со временем. Я согласен. Но понимаете, ребят, какая вещь. Боевые искусства, которые это голыми руками, да, они тоже идут в ногу со временем. Они развиваются. И потом одно другому не мешает. Но это уже как бы продолжение для следующей темы. Илья пишет. А вообще, если говорить об останавливающем факторе, то удар в челюсть в большинстве случаев гораздо эффективнее, например, чем резиновая пуля. Это рассматривает самые последствия, в том числе и уголовные. Я абсолютно согласен. Я же рассматривал просто критические ситуации, когда вы человека покалечили. Если человека не покалечили, а просто вырубили, все, дали в солнышко, в печень ударили, дали в челюсти, все это выключили. Последствия-то минимальные. От резиновой пули последствия будут выше. Тут даже на челюсти не останется даже, ну, следа. Вырубили, но аккуратненько положили. Либо в солнышко дали, прислонили его к стеночке, и все. Если вы в него пальнете, у него это гематомище такая на пузе будет, что пипец. Я рассматривал именно критические ситуации, когда возникает серьезный конфликт с законом. Когда вы человека повредили. Вот об этом я говорил. Но я думаю, что мы как-нибудь на эту тему продолжим диалог. Если после этого видео останутся какие-то вопросы, комментарии, мы потом детально обсудим. А я даже смогу взять оттуда из вопросов какие-то темы для следующих видеоподкастов. А сейчас я приехал на тренировку, друзья. Всем спасибо и до новой встречи.